Уже несколько месяцев жители города Одинцово и Одинцовского района получают государственные и муниципальные услуги не только в профильных ведомствах и службах, но и с помощью мобильных офисов Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы». С недавнего времени фирменные автобусы центра начали вести прием и по субботам. Расширению времени работы предшествовало определение наиболее удобного для жителей места подачи документов. В ходе проведенного интернет-опроса гражданам было предложено около 10 точек в различных районах нашего города. Наибольшим числом голосов была выбрана улица Маршала Неделина, дом 21. Время субботнего приема с 12 до 16 часов. Ограничений по оказываемым услугам нет. Они такие же, как и в будние дни. И, кстати, их перечень постоянно увеличивается. В арсенале центра «Мои документы» недавно появилась и новая услуга – выдача выписок из реестра муниципального имущества по городу Одинцово и Одинцовскому району. Данный документ необходим при оформлении сделок с недвижимостью, приватизации и регистрации права собственности. Напомним, что услуги центра предоставляются населению бесплатно. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».